Одного в раз должно хватать. Не отвалилось там ничего, все нормально, там дзыньки что-то мне сказали. Тут. Высокая нагрузка при кодировании, меньше качество настройках, нормально. Так, ну у нас есть контрспел на второй ход, уже неплохо. Плохо, что у нас нету красной земли. Нужна всего одна красная и желательно не Сульфур Фолс. Давай конфиданта. Вот, кстати, Узя-то сейчас ничего не делает, между нами говоря. Существо 2-2, без обилок. Ай, а тормоза идет уже после нее. Ну ладно, давайте сделаем вид, что у него нет тормо. Поверим в это. Если вы так настаиваете. Я бы снапкастера в блоке и сдал один разок. Очень много плохих топ-деков сейчас может быть. Вот этот хороший топ-дек, этот мне нравится. Но все-таки землю с красным было бы неплохо. Давай без дискарда. Давай сразу попытаемся Лилиану. Давай. Сначала поремандим. Надеемся топдекнуть землю с синим. И поремандить ее второй раз. Чувствую, скоро мы закончим эту игру. Пум-пум-пум. Ну давайте. Пока мы не особо проигрываем. Окей. Болт на Грейве мне больше нравится. Чё у него там? Калитас? Уже даже не знаешь, говорить пурч или нет. Мы все еще хотим топдекнуть какую-нибудь землю с синим или с красным. Лучше, конечно, с синим и с красным. Давай, соберись, дека. Спасибо. Есть вероятность выиграть это. Вот в раз бы я сейчас не хотел поддыхнуть. Оппонент. Сколько скоро придет дискард, электролайза надо процепировать, видимо. Вот так и живем. Теперь оппонентов убит, видимо.
что? Конечно, немножко напряжет Калаган команда сейчас. Зато у него много классных экспедиций. Что у него за 4 карты на руке? Ну, собственно, да. С учетом того, что даже в Legacy, вот в модерне начали играть ГВ токены. Мы будем долго и медленно выигрывать эту игру. Сыграть ли ему болт, снапкастер, болт в ответ на это? Ну, потому что наверняка он будет снапкастера целить. А если нет? Ну да, это сайт, конечно, безумие. А, ну да, снапкастер электролайз. Снапкастер электролайз, вот наш план. Ну или в команду, во что, ну да, может он в Нахире сейчас, опа, было бы забавно. Ну-ка, Нахире. Да, в Нахире, дурашка. Ну, сейчас он очень удивится, не увидев там ни Нахире, ни Эмракула. Вот они, ошибки в планировании операции. Беда, друг. Сидит с картами на руке, что-то хочет. Терминейт. Да. Анус себе дернул. Можно было, конечно же, колоннадить даже атаковать, наверное. Потому что раз он не сыграл терминейт сразу, а нет, все-таки есть терминейт, то есть дикей. Что с оппонентом не так? Он дикей не отсадил против меня. Но если ты думал, что я играю на хире, то для кого дикей? Кто-то ты сидишь с четырьмя картами на руке, друг.
Терминейтор наверняка тоже есть. Зато у него классные, красивые земли. Мы сейчас вообще будем совершать поступки достойные. Скидывать, дискардить пасы. Да иди. Да прошу. Уже. Ну, давайте посадим кучу карт за 4 маны, которые не убивают оппонента. Давайте поиграем с оппонентом в контроль. Привет. Нубас не нубас, а первым мы ему проиграли и можем проиграть третью. Так. Ну, если он оставит всю эту фигню, черт с ним. Ну да, причем такие карты. Калитас, конечно, парит. Надо один еще один в раз положить, раз мы ходим вторыми. Его топ-дек может нас спасти. Реинфорсменты. Нет, нет. Самое время для Калитаса. Оппонент играет что-то странное. Сайт, конечно, под... Что мы посадим? Давайте посадим кучу карт за 4 маны, которые не убивают оппонента. Давайте поиграем с оппонентом в контроль. Привет. Нубас не нубас, а первым мы ему проиграли и можем проиграть третью. Так. Ну, если он оставит всю эту фигню, черт с ним. Ну да, причем такие карты. Калитас, конечно, парит. Надо один еще один в раз положить, раз мы ходим вторыми. Его топ-дек может нас спасти. Реинфорсменты. Нет, нет. Ну ладно, оставим так, давай. 61 на ходе норм. Да я уже не знаю, как с ним играть. Когда после сайда дикей оставляют и пытаются нам сломать жизнь. Все. Не, ну, как бы не, можно, можно. Можно этому проиграть. И можно садить, в принципе, против меня. Действительно, если ты уверен, что я играю на хире, как бы без на хире я не выиграю. Чаще всего. И, в принципе, да, он... если он, да, если он действительно думает, что я играю на хире, у него план такой. Он мне убрал на хире, сломал земли, дикеями убил снапкастеров. Вот так я точно никак не... Вот никогда уже.
но я оказался другим. Другим УВРом, поэтому. Сейчас он еще Аджани увидит у меня, посмотри. Это кип на третью бы поднять. Потому что на хире сама по себе может выиграть, наверное. То есть не то чтобы. Так, дискарда не было, да? Хорошо. Ну, да, нет, на хире выиграет без УР, но есть еще и без земель, еще и без снапкастеров. Тогда да, вот лучше скажите, может на болте посидеть на первый ход? Ну, в крайнем случае, красно-синюю найдем, если там вылезет чем-то толстое. С учетом отсутствия дискарда на первый ход, наши шансы на победу с такой рукой увеличиваются. Нет, 13 минут нам хватит, Игорь. Это норм план. Ну чё, сразу убить. Хочет насладиться. Сразу надо убивать. Существо 2-3. Зато фоиловый тормоз человека есть. Не будем его пугать. Да, парень хорош. Парень ставит Тормо 2-3. Давай Лилиану. Лилиана не парит. Пока у нас болт лежит на грейве. Я бы скинул гору, наверное, пока. Пум-пум-пум. Потом клику, наверное, скинем мы. Свомп. Хорошо, Лилия не то, что она скидывает и оппоненту. Так. Чё? Продолжим. Ну, это не отменяет нашего плана. Снапкастер Болт от Джани убил Скавенджен Туз. Если он зеленую не дропнет. Какой обкип клик у Игоря? Обкип клика это Лилиана. Лилиана в минус 2. И я без клики. А он с каким-нибудь существом на столе. Нам надо, пусть он нас дискардит. Да, each player discard a card. Не нужна нам клика. Сейчас слово. А он не хочет, вообще не хочет оставаться. Значит, он с болтом, видимо, сидит, да? Ну да, я убью Лилиану электролайзом в любом случае, даже если он заблокирует, то есть убьет. Хотелось бы и Узи убить. Хотелось бы все убить. Все-таки надо сюда говорить. Пока он не может прокачивать свою Узи. О!
теперь и болт нас не парит. Да, должна быть Лилиана. Если болта у него нет. Что-то мне не хочется тратить электролайз именно на Лилиану, я хочу бить Аджаней Лилиану, чтобы иметь что-то на столе, если он начнет затапываться. Потому что дискард в Аджане я не хочу. Так, ну давайте будем логичны. Болта у него, скорее всего, нет. Да, он бы сыграл бы его. Скидывал он две земли. Возможно, у него там еще одна земля. Да, пусть ищет ответы. А с учетом его сайда, ответов у него может и не быть. А если он будет ставить существ, это прекрасно, мы будем тапать ему земли. Ставь, стреляй, убивай. Ищи ответы, чувак. Надеюсь, это не земля болт. У-у-у! Приплывали те. Чувствую, мы оставим кого-то без земель сегодня. Зеленая мне не нравится. Она у тебя красивая слишком. Ну, болт он должен был поднять там. Не, вполне мы можем еще проиграть. Ну, давайте кидаться в лицо. В чем этот болт поподрываем, да? Я чувствую, сейчас придется переходить в рейс колоннадами. О, вот это я норм. Окей. Это не останавливает нас от рейса колоннадами. Не, ну план наш работает, поднимать одни земли. А у человека на руке, короче, уничтожить мне колоннады и поискать какую-нибудь карту. Так, а вот теперь даже не знаю какую. Чё-то теперь мне не хочется, чтобы он... Чё нас парит? В зеленом. Сейчас какие-нибудь Kitchen Finks'ы там. Продолжать отрезать ему зеленый. Там пульс. А что БР? А БР? Он и так сыграет терминейт, если захочет в колоннаду. У него и там тоже есть БР. Поэтому ладно, продолжаем зеленую тапать. Неприятно болт, конечно, в Аджане получить. Следующим ходом я ему сломаю и БР. Пусть ищет какую-нибудь. Вот, сид засел, видимо. Терминатор. А есть ли у тебя? Давай проверим. Оппонент так и не научился. Сначала убивать меня, потом уже. И этому мы сейчас еще поиграем. Ну ладно. Окей.
Клоттером. Продолжаем. С упорством, достойным лучшего применения. Это Лайфгена нет в деке. А Джани уже у нас выстрелит. Если что, на 6. Нам бы хоть какой-нибудь. Оппонент доставляет. О. Ну что, даем возможность ему убить себя. Так, если мы выстрелим, он пойдет конфидантом на Джани и убьет его, останется в хите. А мы сконтрим ему все, что угодно, что бы он ни играл. Да, в хите надо его оставлять. Да, зачем тапать, когда... Чем он нам убьет колоннаду, которую мы пойдем атаковать на следующий ход? Вот ничем. Джани не тапает. Давай постреляем. У нас столько ходов есть на то, чтобы убить ему его самого. Ну ладно, да. Итак, мы победили. Ура! Комплитнули лигу, нам дали 10 бустеров и Нистрада, мы классные, 120 очков наши вернули, на которые мы, наверное, ну завтра вряд ли, но во вторник, скорее всего, будем играть. Даже я не знаю, что он там хоть поднял. Узя, нормальная карта. Вот. Оппонент большой молодец. Вообще, наши оппоненты сегодня большие молодцы, мы пытались им соответствовать. Да, если кто будет смотреть этот, вот, ну, особенно вот первая игра была, где не попадаем в кип, не попадаем в мулиган, не попадаем в землю, попадаем потом во все земли стабдека. Ну, примерно так, кармически, за второй джан. Мы сегодня сыграли с двумя джандами, по сути, с двумя бурнами. В общем, мы сыграли с 5 оппонентами, у которых был красный и черный. Иногда они добавляли зеленый. Очень интересный, своеобразный метагейм оказывается в этих компетитив лигах. Да. Я мог бы. Вот, ну, как всегда, в 3 часа примерно мы заканчиваем. Да, выиграем против джандов. Мне всегда казался матч достаточно комфортным со стороны УВР, если там, конечно, не паранойя в виде там, мейновых фульминаторов и трунов после сайда. Так можно, конечно, попроигрывать, да и то, и всегда есть шанс начать кидать в ответ, в лицо хеликсы, которые я отсаживаю. Может, даже сайжусь неправильно, но вот оппонент у нас и тоже, то тоже интересно сайдится. Против Нахири, видимо, наиграл много. Против таких олдскульных нет. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Тоже видео будет на ютубе. Заходите, лайкайте, комментите. Если что, я там буду отвечать всем. Если у вас нет вопросов сегодня. Всем спокойной ночи.